Здравствуйте, ребята. Вещаю из США. Давно не выходил на связь, но тем не менее, значит, нахожусь я в Toyota Prius, кто меня смотрел, не смотрел. Будет несколько роликов о иммиграции из США, о наладке новой жизни в Америке. Кто смотрел мой канал, тот знает, что я уехал в США, штат Техас. Купил вот этот чудный автомобиль Toyota Prius. Гибрид ушел от Volkswagen, потому что Volkswagen в Соединенных Штатах это не ходовой автомобиль. И вот хочу начать карьеру механика в США, но понятно, что начать карьеру механика без инструмента, без которого я сюда приехал. Я взял с собой ящик инструмента, о котором расскажу попозже, целый чемодан инструмента, но мне нужен нормальный толковый инструмент тут по месту. И вот нашел я, значит, на вторичном рынке ящики для инструмента по хорошей цене. Списались мы с человеком, с американцем, который продавал вот такие вот чудный набор ящиков. И они, конечно же, предполагалось, что они будут пустые. Когда я приехал к американцу, он говорит, тут есть несколько отверток, которые мне не нужны. Если они тебе нужны, забирай их, пожалуйста, себе в счет стоимости. Какая стоимость, если вам интересно, напишите мне в комментариях. Я открыл тут, значит, пару ящиков. И смотрю, что тут, ну, как бы, ну, не пару инструментов здесь лежит. Не пару инструментов. У меня, честно говоря, задрожала губа. Руки задрожали, коленки, значит, пошатнулись. Вот. И я понял, что надо брать как есть. Он говорит, ну, если тебе это надо, то ты можешь это забрать в счет стоимости цены ящика. Я решил все это пакую в машину и дома разберусь. Вот я сейчас домой приехал. И сейчас будет серия такая, гаражная распродажа по-американски. И посмотрим вместе с вами, сниму на камеру, что же я купил под видом одних только ящиков. Оставайтесь на канале, смотрим дальше. Гараж я, конечно, еще свой американский не снимал. Хлам тут всякое разное, потом расскажу про него. Сейчас у меня руки трусятся добраться к инструментику моему любименькому. Тяжелая, пипец тяжелая. Мы там вдвоем его затягивали. Особенно вот тот ящик, вообще не представляю, как буду сейчас затягивать. Итак, смотрим дальше. Короче, господа, правдами, неправдами, тут на стул перекладывал я его со стула на стул. В общем, все это, достал я этот инструмент. Немножко, вроде бы даже машину не порвал, тут ничего, салон, в общем, Prius Van рулит, места предостаточно, правда не едет по сравнению с Тигуанами. Сейчас я их протру от пыли и начнем, так сказать, обзор. Ну, некогда тянуть, начнем с самого большого. Ключа, он сказал, у него нету, но говорит, типа, забирай все как есть, погнали. Что здесь у нас? Клеи, герметики, локер-тайпы, всякие, о, гуры по дереву, вот опять, жидкие прокладки. Ребята, это чувак отдал просто, короче, просто забирать буры, развальцовка трубок, второй части не вижу от развальцовки трубок. Претензий выставлять не буду, естественно, уже никому. Так, здесь у нас что? Здесь у нас скрипбок. Это что такое? А, это, мерить давление колес. Съемник изоляции, опять съемник изоляции или обжимка, что это такое? Напишите в комментариях, если знаете, что сверла, циркуль. Опять же, измерители давления, угломер, ножик, диски, скобы, шестигранники, фломастер. Поехали дальше. Так, здесь у нас что? Рулетка, какая-то тряпочка, отверточки. Это что? Штангенциркуль. Неужели штангенциркуль? Да, новый штангенциркуль, ребят. А ну сейчас двумя руками будет удобнее. Стяжные ленты, щетка по металлу, молоток рисовочный, кусок оболгарки, предохранитель, обжимки проводов, соединители проводов. Записная книжка, там где деньги лежат. Опять измеритель давления. Так, быстро, пошли дальше. Это что? Это какая-то... А, это супер отвертка такая какая-то. Вот, опять отвертки. Это похоже на стопор коленвала, как в Рено. Кто знает, напишите в комментариях. Отвертки. Это похоже на ковырялку клипс. И ключ полдюймовый. Дальше. О, опять. Съемник изоляции. Горелка или нанесение мобиля. Молоток. Провод. Массовый провод. Или массовый провод аккумулятора. Съемник изоляции. Ключ газовый. Это что такое? Я так знаю, что это такое, напишите. А, я знаю, что это такое. Это насос для велосипеда. Спасибо, ребята. Значит, опять молоток, цепь. Это масляный ключ. Ай,
значит, колодка для подключения магниколы. Это у нас ключи. И тут целый набор головок, ребята, целый. И компрессонет у меня есть, тут компрессонет. Вообще, я в шоке. Короче, переходим к следующему лоту. Ну, мне же интересно. Ящик открываем. Прям ящик, рукавичка, скотч. Тестер, у меня есть тестер. Вы представляете, это мне человек просто говорит, мне это не надо, забирай. Я не знаю, я сейчас смотрю, я думаю, сейчас у многих губа закусилась там на родине. Вот, это держатель телефона, новый практически. Вот, опять отвертки, полотно ножовочное. Замок, это же замок, это я буду это закрывать на этот замок, и ключ к нему есть. Разводной ключик, плашка фирменная, крафтман. Сколько чего, тут уже прикол в том, что, ребята, есть тут инструмент дюймовый, а есть метрический, да? И тут оба эти инструмента пользуются, они здесь оба ходят. Поэтому механику здесь надо иметь и тот инструмент. Здесь наборчик самых разнообразных отверток. Не открывается, тут тоже не открывается. Вот, научился, надо вверх приподнимать, валенок. Тут, короче, пустые, тут супер мини, инструмент, мини-набор. Такой ключ интересный. Короче, так, смотрим здесь. Здесь у нас, ну, наверное, человек точно занимался проводами, очень много резал. Опять головки высокие, удлинители, это мне все надо здесь, это все мое. Моя прелесть, это все мое. Ребята, 3/4 дюймовый размер, 13 метрический. Здесь есть и сердце становится так. Здесь у нас ключ гаечный, здесь, ну давай мне еще что-нибудь, давай не удиви меня. Так, и здесь у нас идут тоже отвертки самые разнообразные, плоские. Это все мне теперь не надо покупать, боже, спасибо тебе, Стив, ты молодец. Ну и последний лот, последний ящичек у нас остается, это трещоточки. Это трещоточки, это комбинированный ключ, трещотка 3/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/8, маленькие, всякие тут такие трещоточки, вот маленькие, в основном здесь маленькие, нету большой полдюймовой, но еще у нас есть один ящик здесь, вот она, большая полдюймовая, но она маленькая, на самом деле надо такую большую, вот уже у меня, вот грузики на рыбалку, такую рыбу, я не знаю, где-то предохранители, набор предохранителей, это что это такое, ножик, так, это все мне разобрать, напильничек американский, и еще один, наверное, еще один тест, без тестера никуда. И пассатижи, я так жалел, что я такие не взял с дома, а теперь не жалею. Вот, и здесь у нас, ну это еще один джекпот. Что здесь у нас? Мультиметр, он, конечно, наверное, батарейка у него is dead, как говорят, потому что он был включенный. Здесь у нас шпателя, здесь какая-то хрень. Разберемся, газовые фитинги, еще один штангенциркуль, а здесь фитинги, клеммы, еще раз фитинги, биты, разводной ключ, линейка, так, и тут у нас... Тут у нас какая-то хрень, не знаю, что такое. Так, и здесь клей, ремонт колес. Опять. А, это этот самый. Стеклоочиститель на какую-то машину. На какой-то старый автомобиль. Это стеклоочистители. Я не знаю, наверное, это старше, чем Стив инструмент, который мне продал. И опять же маленькие кружочки и биты, и набор бит. Так, это что? Даже свеча, Cooper Plus. Это обслуживался мотоцикл. Потому как если бы это был автомобиль, свечи было бы сколько? Вы бы подумали, а я бы ответил бы 4. И обжимка. Это же обжимка для проводов, ребята. Обжимка для проводов. И вот набор. Отвалился мне чудным образом. Спасибо, Стив, ты красавчик. Здесь он мне послужит верой и правдой. Я доукомплектую этот инструмент тем, что я привез с родины. Головки взял какие-то тут, наборчик инструментов, фонарик. Что-то я здесь уже приобрел там для сервиса своей Тойоты. Про это все я расскажу позже, но... Вот такие ящики, ребята, вот такие ящики я купил в Америке для инструмента. Вот так выглядит этот набор. Вот я разобрал этот инструмент по группам. Здесь электрика, мультиметр, совсем чуть-чуть отверточек. Здесь ключики, здесь мусор, там ножнички, там трещоточки маленькие. 3/8 очень много и очень маленький. Съемников изоляции много, молотков, сверла. Шестигранники, головки короткие, высокие, метрические, дюймовые, трубогибы, всякие разные пилочки, ключи универсальные, ключи метрические, дюймовые, это все одинаковые группы, там ключи специальные, комбинированные с трещотками и всякие разные клея. К тому же у нас один измеритель глубины, один штангенциркуль. Угломер, измеритель давления колес, рулетка, компрессометр и какие-то трубочки. Не считаю вот эту мелочевку в виде скотча, саморезиков, всяких отрезных кружков. Вот это, кстати, прикольные такие ковырялочки. Всякие такие ковырялочки. У меня таких никогда не было. Ну и шарошки и по металлу. Как-то так. Все, на этом не буду затягивать видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за моим движением по Соединенным Штатам. Кому интересно, кому не интересно, не следите.
Вот. Хотя не, все следите. Ставьте лайки, комментируйте, напишите, сколько бы денег вы заплатили за вот такой вот инструмент или хотя бы за такие ящики. Все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забываем комментировать. Всего хорошего, пока-пока. Не ломайтесь.